Культурно-просветительский центр открылся в Большом Болдино 5 июня. В церемонии открытия нового учреждения культуры приняли участие заместитель председателя правительства России Ольга Голодец, губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев и министр культуры России Владимир Бединский. Сегодня начинает жить большой культурный центр, который обогатит, я думаю, и всех жителей села Болдино, и всех тех, кто сюда приезжает. Я очень доволен, что удивительно эффективно в кратчайший срок была сделана эта замечательная стройка. Мне очень бы хотелось, чтобы закончен был этот центр. Мне очень бы хотелось, чтобы таких проектов у нас было с Нижегородской областью больше. Пушкин – это наше все, да? Но большеболдинцы это не только говорят, но и делают. В центре расположены танцевальное фойе, зрительный зал на 400 мест, летняя эстрада и зимний сад. Новый комплекс оборудован современной световой и звуковой техникой. Кстати, с 5 по 7 июня в Большом Болдино проходит Всероссийский пушкинский праздник поэзии. Помимо концертных театрализованных представлений, состоялся слет молодых литераторов. Люди совершенно из разных городов, разных профессий, и студенты, и они, некоторые приезжают уже второй раз, третий раз, полюбили Болдино. Вот, и они будут участвовать в таком конкурсе, есть квалифицированное жюри, а наше издательство будет вот подарком.